Члены Совета старейшин на торжественном собрании также поздравили Эрдне Пашнанова с 70-летием. За минувшие годы Эрдне Эледжиевич прошел большой профессиональный путь и добился значимых результатов на различных поприщах служения Отечеству. И сегодня в должности директора калмыцкого филиала МГГУ Пашнанов эффективно использует свои профессиональные опыты и компетентность при решении задач всестороннего развития образования региона, укрепления социальной сферы, повышения уровня и качества жизни жителей Калмыкии. Искренне желаем вам, чтобы достигнутые успехи стали надежным фундаментом новых свершений, а инициативы всегда находили понимание и поддержку соратников и друзей, говорится в поздравлении членов Совета старейшин. Действительно, это пример. Пример для подражания. Потому что пример подражания – преданность. Я не хочу говорить о таких высокопарных слов, но я думаю, что Эрдне Эледжиевич заслужил того, чтобы мы признание, очередное признание, свое отношение, прежде всего, к Эрдне Эледжиевичу, как гражданину, как патриоту, как ученому, как талантливому руководителю, как семьянину, как человеку, который организатору вообще организации всей вот этой финансовой системы нашей республики в том числе. Вот столько моментов, столько характеристик и столько подходов об одном человеке. И это воплощается в образе одного человека.